Боже, будь милостив ко мне грешному, создавший меня, Господи, помилуй меня. Вещества пришел, прости меня грешного и помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися в ныне, очисти нас от всякие скверны, спаси Боже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам дни, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых, а то и в лица столбни да изыди, да возря точи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашло. От мыслей моих не отступают уста мои, в делах человеческих, по слову уст твоих, я хранил себя от пути притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спасителю, уповающих на Тебя. От противящейся десницы Твоей, храни меня, как зеницу ока. В тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня.
от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туки своим надменно, говорят устами своими. На всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скину, сидящим в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не сложи их. Избавь душу мою от нечестивым мечом Твоим. Отведи рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты, наполняющие сокровищниц Твоих, сыновья их сыты, и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже, мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не устыжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконные в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроту Твоей, Господи, и милости Твоей, ибо они от века, грехов юности моих, преступлениями их не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня от ради благости Твоей, Господи, благо и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких в правде, научает кротких путям своим. Все пути Господни, милости истинно хранящим завете Его, откровение Его, ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя наследует землю. Тайна Господня, боящимся Его, и завет свой открывает им. Очи мои всегда Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призви на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, призви на страдания мои и на изнеможение мои, и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Не порочься, эти правота дохраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиль, от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедро Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукаво пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в Твоей голове Твоем, очисти где Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот и возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня стопом, изучись, омой меня, буду берег снега. Дай мне услышать радость и веселье, возрадуйся кости Тобой сокрушенное. Отврати лицо от твоих грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори меня, Божий Дух правый, обновил Ты меня. Не отверди меня от лица Твоего Духа, Твоей святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом, владычество, и утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Язык мой схвалит правду Твою, Господи, отверзи уста мои, взыщат хвалу Твою, ибо жертва Ты не желающая, дал бы ее к сожжению, не благоволишь. Жертва Богу Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже, а благодетельство Господи по благоволению Твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертву, правду, возношению все сожжения, тогда возложат на алтарь Твоих тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияние свет разума, небо звездам служащие, звездою учабуйся, Тебе кланитесь от солнца правды, и Тебе видите солнце Востока, Господи, слава. И ныне и пресно веки веков. Аминь. Богородица Ты си, лоза истина, возрастившая нам плод живота. Тебе молимся, молись, владычица со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посвяти и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дажди нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и силы, и слава во веки. Аминь. И присуще сына порождает, и земля, и в тепле Христу к нам он приносит. Ангелы спасенны славословя, молчи же со звездою путешествуют, нас в городе родится, отрочим владу привечный Бог. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божием, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведно любя и грешное милое, и же вся завейка спасения и обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше участие и молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши осветители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти. И избави нас от всяких скорби, зол и болезней. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчениями их соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры. И в разуме преступной Твоя слава, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без искренне Бога, Слово Родшую, Сущий Богородицу, Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного. И ими же весь и судьбами спаси меня недостойный гроба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Милатам послание святого апостола Павла, чтение. Братья, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал сердца ваши духа Сына Своего вопиющего Ава Отче. Посему, ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Лев Великий, слово на Рождество Христово. Вам, возлюбленные, конечно, хорошо известно, и вы часто слышали о таинстве сегодняшнего торжества. Как невредимым глазам всегда приносит удовольствие видимый свет, так и чистым сердцем дарует вечную радость Рождество Спасителя, которое мы не должны обходить молчанием, даже если не можем объяснить его, как подобает. Ибо мы стремимся постичь, следуя изречению, рот его кто изъяснит, Исаия 53:8. Не только таинство, в котором Сын Божий совечен Отцу, но также и рождение, в котором Слово стало плотью. Бог, то есть Сын Божий, имеющий равную и одинаковую с Отцом природу, Творец всего и Господь, везде пребывающий и все превосходящий, в том потоке времени, которое возникло по Его замыслу, именно в этот день родился во спасение мира от блаженной Марии Девы. При этом, нисколько не нарушив целомудрие рождающей, девственность ее как не была осквернена зачатием, так и не была повреждена Рождеством, дабы исполнилось, по словам Евангелиста, сказанное Господом через пророка Исаию: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Это удивительное Рождество Святой Девы произвело на свет единственную во всем человеческом роде истинно человеческую, истинно божественную личность. Потому что та и другая сущности не так обладали своими свойствами, как это может быть с лицами, в
которых бывает разделение, и не так тварное было принято в общность своего Создателя, чтобы одно было жильцом, а другое жилищем, но так, что примещалась к одной природе другая. И хотя та, которая принимается, иная, чем та, которая принимает, но разность их сошлась в такое единство, что один и тот же, будучи истинным человеком, называет себя меньшим отца, Иоанна 14:28, и, будучи истинным Богом, именует себя равным отцу, Иоанна 10:30. Это единство, возлюбленное, которым соединяется творение с Создателем, не смогла познать глазами рассудка арианская слепота, ибо не верила она, что единородный Сын Божий был одной славой сущности с Отцом, но признала меньшую божественность Сына в качестве довода, ссылаясь на его рабский облик. Сын же Божий говорит: «Отец более меня», но при этом точно так же говорит: «Я и Отец одно». В облике раба, который он для нашего восстановления принял в последние века, он меньше Отца, а в образе Бога, в котором пребывал прежде времен, он равен Отцу. В уничижении человеческом он родился от жены и подчинился закону, оставаясь при этом в божественном величии и Словом Божиим, через которое все произошло. Таким образом, тот, кто по образу Бога создал человека, сам в образе раба стал человеком. То есть, с одной стороны, Бог по могуществу принимающего, а с другой стороны, человек по униженности принятого. И та, и другая природа без искажения обладает своими свойствами, и как образ раба не затмевается образом Бога, так и образ Бога не убавляется образом раба. Поэтому таинство соединения силы со слабостью, то есть природой человека, позволяет, чтобы Сын назывался меньшим Отца, но при этом божественность, которая одна в Троице, Отца и Сына и Святого Духа, отвергает любое суждение о неравенстве. Вечность не становится там временной, природа отличная от себя, но одна там воля, одна и та же сущность и равная власть. Не трое божественного, один Бог, ибо лишь там единство истинное и нераздельное, где никакого не может быть несходства. Истинный Бог родился в совершенной и полной природе истинного человека, целиком пребывая в своем и в то же время целиком пребывая в нашем. Говорим же наше о том, что в нас от начала утвердил Создатель, и что принял на себя ради восстановления человеческой природы. При этом то, что привнес человеческую природу обманщик-дьявол и допустил обманутый человек, не оставило никакого следа в Спасителе, и не так он принял в себя человеческие немощи, что стал причастен нашим грехам. Принял образ раба без нечистоты греха, возвышая человеческое, но и не умаляя божественного, а истощение которым он невидимый. Себя сделал видимым, было снисхождением по милосердию, а не по недостатку силы. Для того, чтобы нас от древних оков и от земных заблуждений призвать к вечному блаженству, сошел к нам тот, кому мы сами не смогли подняться. Ведь хотя любовь к истине была свойственна многим, но многообразие сведений замутнялось коварством обманывающих бесов и лжеименное знание, пользуясь человеческим неведением, приводило к разнородным и противоречивым суждениям. Для уничтожения заблуждений, следуя которым плененные умы поклонялись возгордившемуся дьяволу, недостаточно было лишь знания законов. Через дни лишь пророческие увещевания не могла восстановиться наша природа, но к нравственным установлениям следовало прибавить истину искупления, а искаженную с самого начала основу следовало восстанавливать, опираясь уже на новые основы. Для восстановления необходимо было принести такую жертву, которая была бы как общей с нами по происхождению, так и чуждой нашему осквернению. А промысел Бога, согласно которому ему угодно, чтобы грех мира уничтожился Рождеством и страданием Иисуса Христа, простирался на все поколения. Пусть не смущает нас то, что таинство Боговоплощения совершилось спустя продолжительное время после грехопадения. Но будем укрепляться им, поскольку вера, которой мы живем, неизменна во все века. Поэтому пусть прекратятся жалобы тех, кто, броня нечестивым порицанием, божественный замысел говорит об опоздании Рождества Господня, из-за чего будто бы ранее истекшие времена лишены того, что произошло в последние времена мира. Воплощение же Слова всегда стремилось к совершению, и таинство спасения человеческого никогда ни в какое время не медлило. Его проповедовали апостолы, возвестили пророки, и не запоздало с исполнением то, что всегда было предметом веры. В самом деле,
Мудрость и благость Бога с помощью задержки спасительного дела сделали нас более восприимчивыми к своему зову, чтобы то, что многими знамениями, голосами и таинствами было предвозвещено в течение многих веков, в эти дни Евангелия не было бы для нас неясным. А Рождество Спасителя, которое превзошло все чудеса и всякую меру человеческого разумения, тем более твердую в нас порождало веру, чем с более ранних времен и чаще проповедь предшествовала ему. Поэтому Бог руководствовался не новым замыслом о человеке и не поздним состраданием, но от основания мира Он основал одно и то же для всех дело спасения. А милость Бога, которая всегда была правдан сон святых, была лишь приумножена рождающимся Христом, но не начата. Это таинство великой любви, которым отныне наполнен весь мир, было столь всесильным в своих знамениях, что те, кто поверил обещанное, достигли не меньше тех, кто принял дарованное. Поэтому, возлюбленные, когда с несомненной милостью было даровано нам столь великое богатство божественной благости, которое, свидетельствуя вечности и предшествующие века, неоднократно давало себе знать, тогда явилась и сама истинная, видимая и воплощенная. Поэтому должны мы отмечать день Рождества Господня не вялой и не плотской радостью. Каждому следует помнить, какого тела членом он является и какой голове соответствует. К святому же строению да не прильнет ничто инородное. Уразумейте, возлюбленные, обратитесь к благоразумно к сиянию Святого Духа, который нас принял в себя и которого мы приняли в себя. Ибо как родился Иисус Христос в нашем теле, так и мы облеклись в Его плоть вторым рождением. Поэтому мы являемся и членами Христа, и храмом Святого Духа. Поэтому блаженный апостол говорит: «Прославляйте и носите Бога и в телах ваших» 1 Коринфянам 6:20. «Принимая в раскротости и смирение, наполнил Господь нас той силой, которой спас, взывая при этом. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Так примем же мы бремя, не тяжкое, не удобоносимое, правящее истиной, и, желая стяжать славу Христа, будем подражать Его смирению. Ведь Он сам помогает нам и способствует исполнению обетов, а по великому своему милосердию может уничтожить наши грехи и искоренить в нас свои дары Иисус Христос Господь наш, который живет и правит во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Царю и Богу нашему. Боже, имя Твое, спаси меня, силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, не мли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, сильные еще души мои. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истинную Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо на благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрела око мое. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня, я стенаю в горести моей, смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо не возводит меня беззаконие, в гневе рождует против меня. Сердце мое трепещет во мне, смерть и ужас напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя. Я улетел бы, успокоился бы, далеко удалился бы я, оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки, ибо я вижу насилие распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его. Злодеяние бедствия посреди его пагуба, обман и коварство не сходят с улицы его. Ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. И ненавистник повечается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня тоже, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, и во злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять Его пиять, и Он услышит голос мой, и избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущих, потому что нет них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире. Но шли стою свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее и елее, но не суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты
Ты, Боже, не сведешь их в ров погибели. Кровожадные коварны не заживутся до половины дней своих. Я на Тебя, Господи, уповаю. Живущий под кроном Всевышнего, под тенью всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище моя, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит Тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит Тебя, и под крыльями будешь безопасен. Щит и ограждение, истина Его. Не боишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке, заразы, послушающие в полдень. Падут подле Тебя тысячи, десять тысяч, обесную Тебя. Но к Тебе не приблизится, только смотреть будешь очами Твоими. И видеть возмездие нечестивым. Ибо Ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим. Не приключится Тебе зло, и язва не приблизится к жилищу Твоему. Ибо ангелом своим заповедует на Тебе охранять Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не приткнешься камень ногой Твоей. На аспиды Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, услыша его, сними от скорби. Избавлю его и прославлю его, долго той дни насыщу его, и явлю его спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Прежде стоя кресте Божий наш, воссияй миром и свет разума, в небо звездам служащих, звездою общакуся. Тебе кланитесь, а солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. И ныне и присно веки веков, аминь. Яко не им иди знамение на премногие грехи наши. Ты же от Тебя родчивайся, моли Богородица Дева. Много поможет моление Матерника, благострелье Владыки. Не презрей грешных, пальбы все чистые, яко милостив есть и спасти моги. И же страдать о нас изволивый. Скоро да предварят нищедруство Твое, Господи, яко в нищахом зелом. Помози нам, Боже, спаси наш, слава ради имени Твоего. Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесах и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в свое искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое царство и сила и слава во веки. Земля вертеп неприступному приносит, ангелы с пастырьми славословя, возвыжится звездою путешествуют, нас во ради родися, утрачен благо привечный Бог. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняемый славим Христе Божием, долго терпеливый, много милостивый, много благоотробнее, и же праведная, любая, грешная, милая, и же вся завойка спасения, обещание ради будущих благ, сам Господи, прими наш от счастья и молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, душу нашу освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, золой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и уразовим преступную Твоей славу, яко благословенности во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшая Херувима, славнейшая бесстрашная Серафим, без истыня Бога, слава Родчая, сущая Богородицу, Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божий Господи сил, и всея Твоя Содетелю, и же за милосердие беспрекладное Твоя милости Твоей Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, неспославленного спасения рода нашего, честным Его крестом, только писанию грех наших, воскресали, победили тем начало и власти тьмы. Сам, Владыка человека любчий, прими нас, грешным благодарственным всем молебной молитвы, и избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых враг, пригрози страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших в слове сали, помышления лукавствия. Но любовью Твоей уязви души наши, так Тебе всегда одирающие, и же от Тебе светом наставляемые, Тебе неприступно, как и сосущно разящий светом. Непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, Сыне, Роду Твоим Сыном, и Святым Благим, Жертвящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тебе, Господи, всем сердцем моим, повинься чудеса Твоя, молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Совети правых и сонны, ведела Господня, молитвами Богородицы спаси. Сыне Божий, помилуй нас. Смерть и смерть покрови, едем все святые.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Рече Господь Господи моему, сиди одесную меня. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияние ради свет разума, мир по звездам служащий, звездою учакуся, Тебе кланитесь, солнце правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. Донде же положу враги Твои подножие ног Твоих. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сиянье и свет разума, мир по звездам служащий, звездою учакуся, Тебе кланитесь, солнце правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. Жезлу силы после Ти, Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сиянье и свет разума, в небо звездам служащий, звездою учакуся, Тебе кланитесь, а солнцу правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. С Тобою начало в день силы Твоей, я во светлости в святых Твоих. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сиянье и свет разума, и небо звездам служащий, звездою учакуся, Тебе кланитесь, солнце правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. И чрево прежде деница родить, а клятся Господь и не раскается, Ты рева век по чину Мелхиседекову. Рождество Твое, Христе Боже наш, во сиянье и свет разума, небо звездам служащий, звездою учакуся, Тебе кланитесь, а солнце правды, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В дни пресущественного рождая, и земля ветер неприступному приносит. Ангелы с пастырьми славословят, Бог свяжется звездою путешествуют. Нас бы ради родися, отрочи влада привечного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Во Христа крестистися, во Христа облекустися, аллилуйя. Во Христа крестистися, во Христа облекустися, аллилуйя. Лице, во Христа крестистися, во Христа облекустися, аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Во Христа облекустися, аллилуйя. Елице,
Матфея, все тебе Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите тщательно, разведайте младенца, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. И пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Слово святаго Иоанна Златоуста на Рождество Христово. Сегодня взошло солнце правды и скрыло раньше восходившее. Я освобожден от тьмы и не пользуюсь лучами. Для меня опять родился свет, и омрачаюсь страхом. Радуюсь рождению, смущаюсь его образом. Вижу, что проистекает новый источник и убегает от древнего нечестия. Вижу, что рождается младенец, и небо склоняется для поклонения ему. Мать рождает, и утроба не отверзается. Дитя запечатает собственное зачатие, родитель не муж и сын без отца. Спаситель рождается и создает себе звезду. Пеленается младенец и держит землю. Ясли изображают престол небесный, исход херувимское предстояние. Светоч является и объявляется чудо, ангелы предвозвещают и пастыри пророчествуют. Волхвы богословствуют, иереи богоборствуют. Ирод падает, и смерть оплакивается. Адам освобождается, Ева радуется, и змей скорбит. Плененные отпускаются, и насильники наказываются. Младенец питается молоком и питает питающую. Носится на руках и носит носящую. Тварь узнает, и природа устрашается. Отсюда и я изумляюсь чуду, трепещу от таинства. Смело доверюсь Гавриилу и изгоню свой страх. Слова к Марии объясняют чудо. Какие? И говорит Гавриилу: радуйся, благодатная. Лука 1.28. Неизмеримая пашня небесного колоса, радуйся, благодатная, неложно девственная матерь истинной виноградной лозы. Радуйся, благодатная, непоколебимая сеть неизмеримого божества. Радуйся, благодатная, обширное место необъятной природы. Радуйся, благодатная, невеста вдовствующего мира, непорочное рождение. Радуйся, благодатная, соткавшая для создания венец нерукотворный. Радуйся, благодатная, святая обитель огня. Радуйся, благодатная, возвращение бегствующей вселенной. Радуйся, благодатная, неиссякаемая житница голодающей твари. Радуйся, благодатная, нескончаемая благодать святой девы. Радуйся, благодатная, носитель светильника, украшенный многими добродетелями. Носитель света негасимого и светлейшего, чем солнце. Радуйся, благодатная, приманка духовной удочки. Радуйся, благодатная, духовный кивот славы. Радуйся, благодатная, золотая стамность небесной манной. Радуйся, благодатная, напоившая жаждущих сладким питьем вечного источника. Радуйся, благодатная, духовное море с небесной жемчужиной Христом. Радуйся, благодатная, блестящее небо, имеющее в себе в небесах невместимого Бога, необъятного и пространного.
Радуйся, благодатное, столповидное облако, имеющее Бога, путеводившего Израиля в пустыне. Что мне сказать и что произнести? Как мне ублажить всекоренящую славу? Кроме Бога ты выше всех. Этим словом она смущена и, отвращая взор, стоит телом, изображает зрелище крестной истории. Нерешительно стоит перед ангелом, не бежать не осмеливается, не стоять не дерзает. Видя, что бестелесный стоит, как человек, она стыдилась остываться, ценя детство, не осмеливаясь просить ничего неподобного себе. И было лицо девы исполнено страха, говорит сама в себе, что это за приветствие, кто приветствовал меня. Он превосходит блеском солнца и беседует с грязью, сошел с неба и приветствует деву, не облечен телом и стоит подле жены, и ступает по земле крыльями, как ногами. О чем он спрашивает у земли? По-моему, он ангел, но говорит, как человек. Исходит голос ко мне от бестелесных святых. Лицом украшен светлее светильник и облечен одеждою. Вижу юношу, не облеченного плоти, уступающего по полу и не оставляющего знаков следа. Нет у него языка, и восклицает «не радуйся», губами не двигает и пророчествует «не радость». Не знаю, что подумать о страшном мне видении. Если не знаю посланного, как буду знать пославшего? Если страшен вестник, то возвеститель страшнее. Если так блестяще омрачил мой ум, каким телом я покрою солнце правды? Если устрашает меня создание, то как я буду носить Создателя? Если изумлена рабом, то как рожу Господа? Сказал ей ангел, не бойся, Мариам. Лука 1.30. Ты не пойдешь, как Ева, из нее смерть, из тебя жизнь бессмертная. Из нее плод умирания, из тебя плод животворный. Из нее обман, из тебя любовь. Из нее людям от Бога удаление. Из тебя неизъяснимое соединение Бога и плоти. Из нее мрачный сон ада, из тебя светлый светильник мира. Из нее проклятие, из тебя благословение. Из нее отвержение, из тебя прощение. Из нее мучение, из тебя вера. Из нее слезы, из тебя реки живой воды. Из нее труды, из тебя упокоение. Из нее древнее нечестие, из тебя жизнь Троицы. Из нее брата ненавидение, из тебя человеколюбие. Из нее потоп, из тебя омовение бессмертия. Из нее убийство, из тебя возрождение. Из нее заклание живых, из тебя воскресение мертвых. Из нее ненавистный 12-коленник, из тебя 12 апостолов, соединенных любовью. Из нее смерть, распространяющаяся в мире. Из тебя она падает, достигнув успеха. Из нее падение, из тебя воскресение. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь того, который в отце его плоти, и родишь сына древнее Адама. Родишь сына старше меня, родишь сына выше неба, родишь сына выше херувимов, родишь сына устроителя веков, родишь сына с обезначального отцу, родишь сына со вечного духу, родишь сына, которого область все существующее, родишь сына, которого мы не можем видеть, родишь сына, образ которого от меня сокрыт, родишь сына, которому я предстаю с трепетом. И исполнились дни рождения ее, и родила сына своего первенца, которого не насадил муж. Она родила сына, которого не носил отец, родила колос, которого не посеяло тело. Родила Создателя, сделавшегося человеком, родила в пещере, и Персиде он явился. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Матфея, 2 глава, 1 и 2 стихи. «Где бессемена рожденный, пославший звезду свою раньше самого себя? Где влекущий нас странным лучом к неведомому свету? Где неизмеримой дланью ограждающая вселенную? Где всюду являющаяся его плоти скрывающаяся? Где освободивший нас от заблуждений и путеводитель к благодати? Где явившийся под дубом ангельской троицей? Где не сжегший терновник и ничтоживший матери? Где родившийся от отца невидимый и матерью держимый? Где иссушивший черное море и молоком питающийся? Где наказавший фараоны от Ирода скрывающийся? Где потопивший дракона и в пеленах лежащий? Где тот, которого не видели ангелы и созерцают люди? И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом,
где был младенец, и пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Родившегося Христа, Бога нашего, воспоем и прославим вместе с Его Отцом и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога, истина от Бога, истина, рожденно, несотворенно, едино, сущно, Отцу им же все выше, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося Духа Святой и Марии, Девы Его человечеся, распятого же за мы при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и погребедущего со славою судите живым и мертвым, и Божию Царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа, истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголавшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Сказать что-то о Рождестве Христовом, без повтора, что уже сотни раз говорилось, сегодня просто кажется и немыслимым. Сколько мы слышали, сказал Златоуст, а сколько Василий Великий. И все святые отцы обращали внимание на эту дату. Я хотел как бы высветить только то, что у них не было сказано, что открылось позже. Чего людям не хватало на земле? То пропели ангелы, слава Вышний Богу. А люди знали об этом? Да, знали. Пророк Исаия об этом говорит. А что это означает? Человек должен думать о небесном и соединиться с ним. Откуда мы знаем православные? О том, что в храме Божьем были изображения херувимов. И по образу небесного устроенный храм большего не мог нигде ничего Соломон сделать. Не Зарававель, тот храм, в который пришел Господь. На небе-то ничего больше и не было. Но когда людям открылся вход в Царство Небесное, в это время появились вот и иконы. Это легко говорить, это по образу небесному. Верим мы в это или нет? Приступили к духам праведникам, достигшим совершенства. Апостол Павел пишет в 12 главе Евангелия, это послание к евреям. Значит, здесь все стоит на месте. И вот как начинаешь размышлять от этого, то увидишь жизнь. На земле мир. Где мира нет, там война, там раздор. Там убийство. Со Христом пришел мир. И вдруг он сам говорит, не мир я принес. Не мир, но меч. Меч кому? Всем. И дальше только увидим, дальше кому мир. Не так, что одному дал меч, а другому не дал. Как вся мировая история меняется от этого возгласа. Ну, считается, что главизна всем праздникам не Рождество, а Благовещение. И поэтому тот, кто понимает это... Я опять напоминаю священники, отошедшим в вечность, Дмитрий Смирнов, он говорил, защита ребенка. Почему она начинается со дня рождения и со дня зачатия? Законный вопрос. Если одного убьют, ее посадят. А 120 миллионов за перестройку убили,
и никого за это не садят, и никто не отвечает, и правители хорошие. Итак, кто знал о Благовещении? Мы говорим о Благовещении зачатии, которое отмечается у нас 7 апреля. Иосиф узнал это. И вот теперь над ней, над Богородицей, Дамоклов меч навис. Она повинна смерти, потому что до брака она стала беременной. И Иосиф, так сказать, прикрыл ее. А почему? Потому что он был человек праведный, ему открыто было, что зачатие не от человека, а от Духа Святого. А кто об этом знал? Иосиф знал, или совета, и полная тишина, ничего больше нигде нету. Но смерть уже нависла над ним. Рождество. Кто об этом знал? Пастухи, волхвы, Ирод. Если бы Ирод, как стратег, обдумал дальше, вы посмотрите, вернитесь, он уже замыслил. Но он не пошел за ними. Мог бы послать соглядатаев, где остановятся, сразу войска туда, и все кончилось бы. Нет. Господь в это время дает еще возможность продлиться плану Божию, так скажем. Он хватится тогда, когда волхов уже нету. И тогда уже будут страдать другие, рожденные, ну, примерно 2 года назад звезда появилась, он высчитал, чтобы не пропустить подряд всех младенцев мужеского пола. Какой вопль стоял! Я не знаю, сколько там было, пишут 11 тысяч, трудно в это поверить, но речь идет о тысячах. Это тысячи невест останутся без женихов. Тысячи сражений окажутся без воинов. Что за этим стояло? Смерть. И говорят, а почему убежал? Потому что Господь говорит, гонят в одном городе, гонят в стране Израиль, беги в другой, куда в Египет. И поэтому к египтянам у Израиля отношения изменились сразу, ибо они приняли кого? Не Христа, а при Иакове было, когда они перешли туда. И это Израиль помнит все время. Нам это не помнит про Египет, что Спасителя спасли они. Да, так. Ему сказано было, не иди, а беги. Значит, смерть распространилась по Вифлеему. Там, где он был, в каком месте. Дальше, как интересно, что церковь первоапостольская, она не отмечала этот праздник. Вообще до 4 века. Его соединили с крещением. И только в 4 веке разделение произошло, когда Иоанн Златоуст доказал, что именно в этом месяце и этого числа родился Христос. Я посмотрел на это, здесь все боязно сказать даже. Даже сомнений нету, что подсчет-то ни на чем основан был. А о чем? Как он мог знать? Зато уж откровения нигде не было. А он только считал от Иоанна Крестителя. И отец у него первосвященник. Доказательств того, что он первосвященник, и именно об этой жертве речь шла, тоже нету. Второе, под сомнение уже падает. То, что сколько дней он после этого окончил дни. Сколько дней окончил, когда ему было там откровение, что сын у тебя родится, тоже неизвестно. Возвращается домой, когда он с женой был вместе, тоже неизвестно. И что она зачала, и именно зачала в этот день, ну, тут ясно, не трудно. Муж вернулся с командировки, и что в следующий день, и она зачала. Да нет, конечно. А почему нет такой точности? Потому что это не имеет никакого значения для нашего спасения. И теперь, ну, если высчитать, когда зачался Иоанн Креститель, значит, ровно 9 месяцев отсчитывать надо, и тогда на 7 июля, ну, тут можно высчитать где. Ну, так ли это? Женщина ровно 9 месяцев, это очень редко. И больше бывает, меньше. Здесь он взял в расчет точно. Ну, а на 6 месяцев, теперь дальше уже смотрим, ровно на 6 месяцев позже Благовещение и прочее. И отсюда вывод. А сегодня еще не знаем. 25-го некоторые декабря отпраздновали. Ну, большая часть в мире христиан. Большая, больше. 9/10 или больше. И только еще там сербская, иерусалимская и православная сегодня вот отмечают. Да и год-то рождения никто не знает. Год рождения будут определять только в 532 году. А до этого считали от власти воцарения или рождения, тоже непонятно, Диоклетиана, одного из самых страшных гонителей. Христианская эра наступила, отсчитывает от кого? И вот говорят, ну а когда мы узнали, что это новая эра в России, то есть в Советском Союзе, в 1936 году только перестали писать от Рождества Христова.
Год смерти Крупской, к слову сказать. С чем связан, тоже не знаю. И в это время стали писать «Новая эра». Ничего не изменилось. Новая. И от этого что дальше-то идет? По новой. Вот мы сколько стоим, свои имена проверьте. Чтоб по ветхозаветным пророкам были названы у нас кто-то. Ну, Наум. Ну, знаем, там в Грузии у нас друг. Иеремия там в Потеряевке. Ну, практически там единицы где-то. А ведь все-то остальные уже по новозаветным праведникам. Не будь рождения Христа, вашего имени бы не было. И вы бы не собрались здесь. Нас бы Христос не объединил, потому что Дух Святой, сойдя, дал рождение новое людям. Надо бы народиться свыше. И когда мы смотрим теперь, что христиане принесли, и на земле мир нет. Вот после Первой мировой войны еще царь Николай II предлагал какое-то такое общество создать на высшем уровне, и чтобы войны не было. И создали Лигу наций. И сказали, войны не может быть. Но она разразилась. Если там 15-20 миллионов, то это почти 70 унесла вторая. И опять Организация Объединенных Наций. И все время на грани балансируется. Сколько раз на грани ядерной войны были. А почему на земле мир? И он будет до тех пор, пока Господь не остановит часы. Я хотел только сказать о том, что сегодня люди не знают. И мы празднуем какой? 2000... Это 21-й год, а на самом деле 25-й год. 4 года, ошибка только потом выявилась. Но она уже установилась, и опровергать нам не надо это. Есть вещи, которые неопровержимы, что Христос воскрес. Потому что тут забеспокоились деньги, римляне, и по всему миру понеслась эта весть. Что нам дало рождение конкретно нам здесь? А вот то, что пропели ангелы на небе. И пастухи такие простые, они сразу поверили, это ангелы. Не кто-то там включил репродукторы, там изобразил что-то на небе. Ну, сегодня можно голограммы какие-то сделать. Нет. А кто узнал о рождении? Пастухи. Сколько? Стадами. Ну, несколько человек, там десяток не наберешь. Сколько волхвов? Знаем, что трое пришли. Что они принесли дары? Пастухи ничего не принесли. Но они только увидели, сейчас даже пишут, чтобы Христу было мягко, вроде волы не ели даже сено, чтобы ему было в яслях лежать. Ну, всякие такие придумки. Откуда мы знаем? Только родился он в бедности, места не было, была перепись. Отовсюду стекались люди, рожденные там из колена Давидова. Вот. И теперь волхвы. Откуда они идут? Иоанн Златоуст говорит, вероятнее всего из Персии. Потому что звездой ущахуйся, а звезду-то кто предсказал? Сказал Валаам. Это Божий пророк был. А потом с сребролюбием прельстился и погибет вместе со своим народом. Когда израильтяне будут захватывать, и его убьют. Но он предсказал, вижу звезду восходящую от Израиля, но не близко. Но действительно, это было еще не близко. Речь шла о Моисее, это минимум 1600 лет. На такую даже рассмотреть, да... в земной атмосфере, событиях таких. Итак, слава Вышний Богу, ангелы воспели. Мы готовы его петь? Всегда. Прославляя то Отечество, куда мы стремимся. Это главная песнь. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля и небо полны славы Его. Больше, что на небе поют, мы не знаем. И церковь включила, многократно повторяет, а попадем мы туда, где всегда мы там будем. Если, конечно, будем. И на земле мир. И мы должны сказать нет. И в семьях. Люди жили мирно, и вдруг все против. Ну, посмотрите же, покажет фильм «Искупление», когда в семье один уверовал, потом второй, остальные прямо из себя выходят. Да, и такая измена. Да никакой он не Бог. Что вы придумаете? Что он не Бог, не Сын Божий? Сегодня миллиарды людей утверждают. Нет, нет. То есть сатана бросает и сегодня все силы для того, чтобы доказать, что Иисус рожденный, Он не является сошедшим с неба. Хотя мы читаем Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих, определенно. Вы меня называете Господом, и я действительно то. Его хотели побить. Побить за что? За то, что, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. Он об этом говорил. Евангелие от Иоанна, 10:30. Я и Отец одно. Притом не однажды. Иоанн написал, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот это подслово, великое слово с большой буквы, это наш Спаситель. В Рождестве это мы должны увидеть всю историю христианства, там, где люди слушали Бога. Сколько каких было изобретений на пользу человека,
Я, может быть, не специалист в этом деле никакой, да и не сомневаюсь в этом. Ну, что читал, все изобретали в христианских странах, везде. Никаких картин там, истории или где-то написано, не было никакого изображения. Лучшие картины, самое возвышенное песнопение взято оттуда, не считая, конечно, псалмы Давида. Что нам конкретно дало? Иисус рожденный, принес ли мир в нашей душе? Мир должен быть, как сказать, трех видов. Первое, наш мир с самими собой. Я примирился с этим, что есть. Я доволен тем, что Бог меня таким создал. Доволен, что в этой стране родился. И все остальное ты должен. Одному много дано, другому мало. Мир. Мир с ближними. Есть он. Я не знаю, хоть один день был он или не был. Даже и праздновать нечему. И мир с Богом. А вот мир с Богом, на это претендуют очень многие. А это опять же смерть. Потому что все в Адаме согрешили. Возмездие за грех – смерть. И когда я говорю фразу такую, что Бог не может прощать грехи, не может и не прощает за так. Особенно бунтуют те, у которых нет Христа. Почему? Это не Божье свойство. Бог не может поступить против себя. Написано, и Он не может солгать, и не может не сдержать слова. Он Бог сказал. Мы считаем притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих у нас на выходе. Как раз написано это. Не прибавляй к словам его. Боже, а ведь прибавили это не худо, не бедно, а 27 книг Новый Завет. Тот остается в силе. И мы должны признать, что Новый Завет, он просто должен был произойти оттуда. Все пророки предсказывали, что будет поражать в голову. Дьявол не поражен. Боролись с бесами, не знали как. И когда увидели, что Христос изгоняет бесов, все удивлялись, как бесы повинуются Ему. А эту власть Он дал каждому. Оружие нам дал, пост и молитва. Не надо никуда ехать. Какие-то экзорцисты вроде изгоняют, возвращаются до дома, а бес его ждет там. Он никуда далеко не уходит. Ты включи это оружие и попробуй испытать его. Ни на ком, на себе. Вот у меня было, и неоднократно, я просто делюсь опытом. Да воскреснет Бог, расточаться в разе его. Я ложусь спать и засыпаю, ну, в среднем 45-47 секунд. Полностью, но надо прочитать молитву, да воскреснет Бог. Я начинаю считать и усну. И ту же секунду буквально просыпаюсь. Как же мог так? Второй раз считаю, и опять, не досчитал, опять проснул. Тогда проснулся. Сажусь и начинаю считать. А сам думаю, кто меня перебивает? Сам я это от усталости? Или кто-то не допускает? А не бесноватый ли я? Что сатана не дает досчитать молитву, оружие. Дальше досчитал, полностью все отошло, ничего нету. Не бойтесь себе ставить такой вопрос. Если говорится в Священном Писании, что он на земле ходит, рыкая, как лев, а ведь имен-то я еще говорю, сколько было? Вы знаете, что такое волк? Посылай, как овец среди волков. Вольф. Вольфович. Откуда это? Ну, Адольф. А что это? Благородный волк переводится. Благородный волк. Ну, благородный, благородный, но миллионы-то душ. Жизни-то отнят. И никуда мы не денем преследование Божьего, богоизбранного народа евреев. Как сегодня говорят, этот Холокост 6 миллионов. Нам не надо не оспаривать, а только молиться. Он уже обрек себя, этот человек, благородный волк. По-другому не может быть. Так написано. У нас есть тоже львиные, сказать, звериные имена. Лев и Гурий. Гурий – это львенок. Ну, это из... Они не в честь зверей названы, а в честь святых, которые этим именем назывались. Родители дали им это имя. Вот если бы дальше дали имя такое, которое сейчас есть там, бывает, Вилор. Его нету, вот это Владимир Ильич, организатор революции. Если бы Тракторина были, Октябрина, еще только не было. Если бы она была святой, то сегодня бы это имя среди нас было бы, мы бы даже не удивлялись. Потому что те имена, которые сейчас у каждого из нас есть, они имеют свое абсолютно точное назначение и перевод. Вот родилась девочка какая? Ну, видно, что смуглая, черные волоса. Светлана. Ну, какая же она Светлана? Темная или черная? Это Мелания. И Мелания тоже есть святая. Вот. Детей долго нет. Она просила, просила, выпросила. И назвала Самуил. Ил – это Бог, по-нашему сказать. Выпрошенный у Бога. Выпрошенный.
Ну, у нас тогда Самуил, его никто не выпрашивал, чудом остался жив. У меня брат Самуил как раз. Итак, это все мы имеем от рождения Иисуса Христа. Говорят, нигде, никогда в Библии не было названо, что Бог был солнцем. Поэтому, когда говорят в немецком «Зонтаг» или в английском «Санде» – это «День солнца», так это языческое название воскресения. Не так. Солнцем Христос называется. Псалом 83:12. «Ты для меня солнце и щит». Иисус как? А он звездой называется еще. Звездой, ущахуйся. Он говорит, я есть звезда светлая и утренняя. Итак, в Рождестве Христовом, Рождество, которое было соединено с Богоявлением Христа, первая церковь увидела главное. Здесь, на Рождество, кто узнал, мы говорили об этом. А на крещение всему миру был явлен. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И отсюда пошло благовестие. Вот что интересно, у грека, у этих григориано-армян, апостоличной церкви, у них и сегодня вместе Рождество и крещение. Можно сказать, единственное, сохранили с того времени. А так до времени Иоанна Златоуста никто не знал. Мы увидели ни дату, ни месяц, ни год, мы точно не знаем. И когда будут к нам приставать, знаете, скажем, не знаем. Но церковь так приняла, я как послушное чадо, и вообще какая разница мне от этого-то? Итак, слава Вышней Богу, и на земле мир, а в человеках благоволение, доброе пожелание на всякое доброе дело, да будет в нас, и доброе пожелание против злых дел, чтобы мы ополчались и были победителями. Богу слава во веки веков. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сергия, митрополит Илариона, епископы Евтихия, протерия Кима, диакон Евгений, Чуцарина, тебе помоги в трудах. Помяни, Господи, всех, кто заповедал нам, недостойно молиться, не по великой Твоей милости. Путешествующего Никиту, сохрани его, Господи, пути, пошли ему доброго ангела-хранителя, избави от всякого несчастья двух недобрых людей, не возврати мне ее. Помяни, Господи, болящих, протерия Кима, Игнатия, Игоря, Сергия, Валентину, Антонину, Нину, Надежду, Неонилу, Серафиму, Галину, Неонилу, Любовь, Маргариту, Галину. Помоги им, Господи. Помяни, Господи, сродников наших по плоти, близких, неверующих, отступивших от Тебя, Тебя не ищущих. Ты сам знаешь, какими путями приведи к Твоему познанию. Тебе же подобает. Ой, слава за все, Отец и Святой Дух. Господи, благословенно отныне и до века. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Будь имя Господне благословенно отныне и до века. Благослови Господа на всякое время. Выйду хвала Его в устях моих. О Господи, похвалится душа моя,
да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесенными Его вкупе, взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся. Все нищего звай Господь услышай, и от всех скорбей Его спаси. Ополчится ангел Господень от разбоящихся Его, избавит их. Пусть идите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нам. Бойтесь Господа все святые Его, яко есть лишение боящимся Его, благодя обнищаша и залкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто из человек, хотя и живот, любит, не видите благи. Будет же язык твой от зла, и усе твои же не глаголотишь ты. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши Его молитвы, лице же Господне творящее злая, еже потребите от земли память их. Воз ваша праведнее Господь услышай, и от всех скорбей их избави. Близ Господь сокрушенным сердцем, и смиренные духом спасет. Многие скорби праведны, и от всех их избавит я Господь. Храни Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится. С негрешников люто, и ненавидящие праведного прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. И живет Кефера Девыся в яслих возле день нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш. Помилуй, спаси нас, и ко благ и человека, любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, будь милостив нам грешным, создавшим меня, Господи, помилуй меня, грешный старец большой, прости меня грешного и помилуй. Праздничное богослужение кончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в субботу в обычное время в 16 часов. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй мира и свет разума, в небо звездам служащих, звездою учахуся, тебе кланитесь солнцу правды, и тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. Дева есть присущественного рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангелы с пастырями слава славя, Господи же со звездою путешествуют, нас Бог ради родися. Отрочи млада привечный Бог.
же и преславное, в небо верьте престол херувимский Деву. Если вместилище, в ниже воздвижение вместимый Христос Бог, Его же воспевающий величаем. Славите, Христос небес рящите, Христос на земле возноситеся, пойте, Господи, ве вся земля, и весельем воспойте люди, яко прославися. Спаси люди, чудодействуя владыка, мокрую море волну замени в древе. Стезю проходу небесе полагает нам, Его же по существу, равно же Отцу и человеком славе. Заткнули за него.